Гороскопы по знакам зодиака на 24 мая 2021 года. Лайк в знак благодарности. Общий гороскоп. Решительные и энергичные люди сегодня смогут достичь больших успехов. Это подходящий день для того, чтобы проявлять инициативу в делах, делиться своими идеями и обсуждать их с единомышленниками. Часто получить поддержку оказывается проще, чем вы думали. Однако не стоит удивляться и критическим замечаниям, их сегодня может быть немало. Прежде чем браться за любое дело, нужно взглянуть на вещи реально и правильно оценить свои силы. Не рассчитывайте на то, что легко добьетесь успехов или все сразу сложится по-вашему. Куда вероятнее другое, придется прикладывать усилия и отстаивать свои интересы. Спокойный плодотворный день, позволяющий все делать по плану. Лучше не спешить с решениями, особенно если дело касается работы. Неожиданные предложения могут казаться заманчивыми, но, рассмотрев их пристальнее, вы обратите внимание на некоторые важные нюансы. 24 мая – это день, удачный для любых проявлений чувств. Позитивное настроение и оптимизм будут сегодня основными сопутствующими качествами. Вечер же стоит посвятить более аналитическим делам. Возможен успех в делах, касающихся укрепления социального положения, влияние в коллективе. В качестве отдыха лучше всего подойдут спортивные мероприятия или прогулки. Скорпион. 24 мая скорпионов могут ожидать семейные конфликты на финансовой почве. Ваш партнер может быть склонен к излишним тратам. Но вы не сможете радикально это изменить. Постарайтесь направить ситуацию в более приятное русло. Ужин в ресторане будет отличным решением проблемы. Иногда всем нужно расслабляться. Этот день посвятите культурному отдыху. Посетите выставки, музеи, концертные залы, театр. Полученные впечатления создадут резерв душевных сил для будущей недели. Желательно взять с собой детей. Возможен визит гостей, родственников. Держите двери дома открытыми. 24 мая в окружении Скорпиона появится человек, который давно питает к нему интерес. Не пытайтесь сразу же все расставить по местам. Возможно, что это и есть то чувство, которое вы так давно ждали. Финансовая ситуация Скорпиона огорчит, но если предпринять меры, то все скоро наладится. Для подписания контракта в день неблагополучный, поэтому ограничьтесь той работой, которая является текущей.